Приветище, это FNAF 9, и мы продолжаем выяснять, какие концовки здесь еще вообще существуют. Значит, мы находимся возле ролеты, и Грегори нас спрашивает... Грегори, это мы. FNAF, медведь, короче, медведь, Фредди, его зовут, забыл, как уже зовут. 2 дня не поиграл, все капец. Значит, медведь спрашивает нас, ну че ты, Гриша, как ты, сваливаешь отсюда, остаешься потусить со мной, либо мы пойдем разбираться с Ваней. Значит, уйти мы уже пробовали, вариант он плохой, вообще концовка отстой, поэтому давай с Ваней разберемся. Ну, мы видели ее логово, Фазер Бластер. Может, нам удастся там ее поймать? Если она подумает, что я сбежал, возможно, мы сможем что-нибудь сделать. Да, пойдем. Давай покончим с этим. Че, все, мы погнали? Опа, мультик. Я не я достижение получил. Давай, Фредди, размотай их. Левой, правой, хук, снизу. Ваня глядит на нас. Она что-то сказала про... Фредди! Не, нормально, Фредди бодрячком. Да ну нафиг. Фредди разобрали. Это печальная печаль. А я типа один остался, да? Сейчас, подожди, надо фа... Не... А, мы находимся, понятно, в фазербластере. Теперь я бегу вниз, фонарик, достань фонарик. Он у меня почти сел. Так, зарядимся. Главное, чтобы крольчиха не подобралась сзади и не укокошила нас. Все, бодрячком. Пока держимся, пока окей. Так, идем сюда. А чё тут такие потемки, я понять не могу, вообще. Копцовый копцецкий капец. Рокси чё-то... Нифига себе. Роксюша, она нас не слышит, но в принципе пока это нам на руку. Я это слышал, а ты не уйдешь от меня, кричит Рокси. Я уже ушел от тебя. О, серверная. Прикольно. Ё, вот тут прям очень сильно Бани-Вани где-то шастает. Где ты, Бани-Вани? Не надо меня преследовать, я запутался. Нифига себе, вот это тут компьютеров сколько, а? Если что, я буду прятаться вот в эту фигню. В мусорку. Нам не привыкать в мусорке копаться. Подожди, вон там что-то открыто. Ролета тут открывается. Ага, значит, нам в ролету. Опа, беги, Гриша, беги, не стой на месте. Не пались. Да твою ж Машкину. Так, Рокси бежит за нами. А мы уже за ролетой. Здесь еще один. Да я ж достал лазер, но почему-то не стрельнул. Стой. Вот тебе... Тебе-то может достаться еще. Ой. Рокси там бежит за мной. А у меня все закончилось. Давай запрыгнем сюда. Я... Ты меня не можешь видеть и услышать. Чики-брики где-то здесь тоже носится. Она не должна мне тоже запалить. Ну как, тебе весело? Ванесса спрашивает. Да вроде ничего, бодрячком пока держусь. Смешно немного. Это кто ушел? Вот это кто? А, Чика пришла. Что я не высунулся? Если что, я сейчас как бластер вытащу, как глаз ей дам. Чикуля. Ну ладно, давай, наверное, сейчас вылезем. Опа. Она убежала и впалила меня, кажется, да? Не, пока не впалила, пока норм. Тут бы что-нибудь не упустить. Тут же куча всего интересного. Давай я присяду, я присел. Не-не-не-не-не-не-не. Успел. Сестрица Рокси не должна сейчас бежать. Черт. Все, поднимаемся наверх. Прием, Грегори. Ты меня слышишь? Фредди, ты жив? У меня по-прежнему есть сигнал. Доберись до кабины Фазер Бластер. Воспользуйся пультом охраны. Направь их против Вани. Окей, я это сделаю. Сейчас. У меня чуть-чуть тут осталось. Буквально чуть-чуть. Тут крестик. Это знаешь, где мы? Я понял, где мы. Все, я вот рядышком с домом Вани. У него здесь открыто, между прочим. И тут еще и автомат принцесса Квина. Точнее, не Квина, а квест, про который мне говорили. Я могу поиграть. Еще, что это, бумага помята? Я думал, это, знаешь, когда из бумаги фигурки делают, как это называется? Оригами, во, оригамишки. Здесь еще есть кнопка. Активировать я ее пока не хочу, потому что...
Хочу поиграть. Ой, как все плохо. Может, я поиграю? Я в автомат. Ху-ху, я спрятался в автомат. Значит, нажимаем Enter и давай пройдем Принцесса Квест, следующую игру. Значит, кто-то говорил, что это комната охраны. Мол, принцесса — это Ванни. Ну, не знаю, мы можем пройти здесь? Да, смотри. Кстати, вполне реально. Ой, высосали мозги. Черт. Сердечко возьмем. Вполне реально, что принцесса — это Ваня. Она себя ассоциирует как принцесса. Кстати, сердечки теперь валятся не со всех покемонов. Нифига себе у вас здесь. А что, вы бесконечно будете идти? Я могу бесконечно, в принципе, махать своим мечом. Ничего себе, сколько сердец. Оставим здесь. На потом. Главное понимать, где какой проход и выход. Мы только что были в комнате, где продавали игрушки. Вот здесь вот тоже они есть. Диваны горящие. Что это за место? Ну-ка. Похоже, эта дверь заперта. Нам именно туда надо пройти, да? По всей видимости. Это знаешь, что похоже? Это на детский сад похоже. Ну, по крайней мере, что-то есть такое. О, ничего себе. Ау! Назад уже не вернуться. Но можно выйти с этой бегущей полосы. Можно я просто сам тут... Опа! А здесь вниз можно улететь. Ясно. Тут проходик есть. Сердечко мое. Я твой глазик. Спокойно, спокойно, не кипишуем. Не кипишу. А, тут не пролезть. Значит, если я сделаю вот так. Опа. Мы здесь. Ну давай, подойди сюда ко мне. Знаешь, на что похожи эти глаза? Помнишь, в Зельде были механические чуваки? С щупальцами такие. Какая здесь бегущая строка. Ладно, я сюда забегаю, сюда. Вот сюда можно? Можно. Зажигаем факел. А вот здесь один единственный был или их тут несколько этих факелов? Пробрались. Мы здесь можем выйти? Можем. О, нифига себе, нифига себе. Ладно, зажигаем. Вот у нас тень есть. Тень должна активировать нам вот этот факел. Дальше мы бежим сюда. Зажигаем. В обратную сторону поехала дорожечка. Это нам на руку. Что-то здесь не так. Я взял игрушку, похожую на Фредди. И она какая-то энергетически впитывающая. Или излучает, наоборот, энергию. Хорошо, возвращаемся. Я сейчас пойду обратно и буду хорошенечко смотреть по сторонам. Главное, что вот эти дорожки все остановились, я могу спокойно тут блуждать и никуда не улечу в яму. О, ты-то мне и нужен. Давай, сердечко, спасибо. О, ящик, пожалуйста, здоровье еще. Пополнил, а, я даже больше сердец получил. Ходил с тремя сердечками, теперь с четырьмя, отлично. Просто чумачечи. Ну, вроде бы здесь все. Выходим отсюда. Пойдем посмотрим, что в этой двери. О, Фредди ушатанный какой-то. Я даже не знаю, стоит ли к нему туда идти. Он может меня, в принципе, и укокошит. Ты видел, какой у него крюк в руках? Даже на серп больше похож, чем на крюк. Это просто поляна. Ну да, я в каком-то поле. Нет, это я в подземелье, но тут ничего нет. Кроме вот этих вот деревянных заборов и Фредди внутри. Злого Фредди. Тут не пройти. Я могу сломать? Нет, забор не ломается. Давай искать тогда вход. Где же ты? Вот он, вход. Зажигаем факел. А, лабиринт. Все ясно. Окей. Ну, кажется, нам вот куда-то сюда вот нужно. Предчувствие у меня. Еще один сундук. Ничего ж себе. Вот он, Фредди у нас злобный. Фредди. А, он будет гнаться. Ушатать его никак не получится. Он просто будет гнаться за мной. Ну, хорошо. Убегаем от тебя, Фредди Крюгер. Здесь не сломать. А, знаешь, что нужно сделать? Ой, он меня сейчас убьет. Он меня сейчас убьет. У него есть серп, и он может спокойно... Так, я что-то сделал. И он может спокойно покосить кукурузу. Но, по-моему, я зажег все факела, и кукуруза сама покосилась. Сейчас мы это проверим. О, действительно, действительно, это так. Забираем бошку зайца.
И можно отсюда бежать. Бежим, 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 бежим. Вот сюда нам надо. Фредди застрял. Все, выходим с этого Потемкинского дворца. А, это сундук тоже горящий. Я думал, это диван. Тут ничего не открыть. Давай-ка вернемся обратно. Зайдем еще раз сюда. Ага, смотри, он открылся. Я достал необычный ключ. Интересно как. То есть я теперь могу открывать вот эти вот огненные сундуки. По всей... А, ну вот, да, я его забрал. Ладно, ключ у меня есть. Я притащил две башки. Теперь могу открыть занавеску. Правильно? Блин, здоровья мало, я сдох. Ну что, попыточка номер два, пойдем. Посражаемся, подеремся. Такой звук, как будто мы сейчас нечто увидим. Может, свою темную сестру? Опа, глазик. Мерзкий глазик. Какой узкий и коварный туннель. О, теперь узкий и коварный туннель превратился в огромную здоровенную комнату. Ага. Нам нужно как-то открыть эту дверь. Я просто стукнул мечом, и она открылась. Какой стрёмный, страшный крик. Все, я прошел игру? Неужели? Похоже на то. Ты что-нибудь понял? Я думаю, что я в душу Вани залез, как будто. Это что, концовка, что ли? Ерор. Это концовка. Ничего себе. Я всех ботов отрубил. Угу. Ваня сняла свою голову. И под ней оказалась... Гриша в шоке. Кто там? Показывайте, кто там. А, Гриша вытащил... Ха, Фредди. Его голову. В сумке. А это кто? Это Ванесса была? Похоже на Ванессу, но я точно не понял, кто это. Так, вот еще одна концовка с Ванессой. И говорили, что эта концовка самая лучшая. Поэтому я думаю, что я остановлюсь именно на этой концовке. Ну и дальнейшего прохождения других концовок я как бы, ну, не вижу смысла. Поэтому, если понравилось, ставь лайк под этим видео. И подписывайся, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующих крутых и интересных роликов. На которых мы, собственно, с тобой увидимся. Так что до встречи!